Картина является редчайшим примером чистого пейзажа в творчестве Василия Перова. Впервые она экспонировалась на 4-й выставке передвижников в 1875 году в Петербурге под названием «Яблоня». Тема картины перекликается с рассказом Перова «Пейзажные картинки из сельской природы. Цветущие деревья», опубликованным незадолго до смерти художника. Перов – истинный целитель сельской жизни, с детства любил различные виды охоты, относился к естественной природной среде как к драгоценному Божьему творению на земле. В его жанровых картинах изображение природы играет существенную роль в контексте общего эмоционального настроения. Герои произведений Перова – рыбаки, птицеловы, охотники, голубятники, ботаники, восторженные мечтательные романтики, идеалисты, с такой симпатией описанные Иваном Тургеневым. В записках охотника. Они находят отдохновение от будничной жизни в общении с безгрешным и чистым миром живой природы. В полную меру свой восторг перед этим миром высказал Перов в образе цветущей яблони, сделав ее центральным героем произведения. Усыпанная белыми распускающимися цветками, яблоня подобна нарядной невесте, словно позирует на фоне ясного голубого неба. Залитое солнечными лучами дерево воспринимается как поэтический образ русской природы, обновляющийся и пробуждающийся весной после долгой зимы.